Удалила все и все равно. Так, давай чайник включим. Нам бабушка вот подарки передала. Я все пытаюсь. Торт закончился, папа съел, медовик мне не понравился. Ой, что у меня тут все падает? Надо повыкидывать, тут разобрать. Смотрите, вот такая вот фирма Грасс. Милана. Увлажняющий крем-мыло, жемчужное. Это в ванну. Большой объем. Что нам тут бабушка передала? Печенье от Флор Альпин. И пюрешки сами с усами. Хайнц. Тыква, морковь, манго мы не пробовали такую. Кабачок. И Флор Альпин. Яблоко и пастернак тем более не пробовали. Вот такие пюрешки есть с пеленок. Тоже знаю, они бюджетные такие. Ну, то есть их надо раскрыть и в тарелочку. Ну, или в ложечку выдавливать. Никиткина усадьба, брокколи. Ну, в общем, бабушка. Вот эти, знаю, вкусные, потому что они со сливками идут. Так, а сейчас покажем, что муж мне землю принес вчера. Ну, обычная земля, что там ее показывать. Готовый грунт для рассады. Фирму даже так я не вижу. Есть вообще название 5 литров. Так, потому что вот эти цветочки надо посадить. Что в кружке? Че орем? Так, лапы на холодец. Якобы килограмм. Их надо мыть. Дальше. Чебуреки я взяла. Нашими желудками только покупать. Ой, только их есть. Жарить, не жарить. Я такая могу и сварить. И на холодец я взяла грудку. Вот. Грудка. На 200 рублей она вышла. И укроп в том же магазине. Все. Дальше. Фикс прайсе. Взяла вот такие. Пражское печенье сдобное. Ну, так, чтобы было просто чай с чем-то пить. Я люблю кашу перловую по-домашнему. Это гречневая с говядиной. Каждая, по-моему, по 25 рублей. Ну, я не помню, честно. И по рекомендациям YouTube-блогеров я взяла вот такое средство для стирки. Гель всех видов тканей. Удаляет даже сложные пятна. Ну, я в это не верю, но мы попробуем. Пока я не верю. Значит, Захару купили пакеты. Тоже почему-то пакет фикс прайс. Видимо, они там пакеты закупили, что ли. Потому что бутик был. От фирмы «Сказка» Захарки взяли на... Да, зайчик. На ось. Сейчас на весну. Вот такие ботиночки. Потому что у нее сапожки. Мама купила с папой тебе ботиночки. Ты посмотри, какие ботиночки у тебя новые. Вот цена 1600. Надо сказать, что это то, что самое дешевое, что мы нашли. Потому что от 2400, 2500, 2600 и 3 кожа. Вот, обувь. Что-то они тут понарисовали, 22 размер. Ай, какие, скажи. Будешь носить топи-топи, сыночек? Или... Давай попробуем. Неужели у меня ребенок сам будет Давай. Ходить? Потому что в сапогах, вон они стоят, его синие. Это мои и спортмастера, это его. А это Брюс. Он не может ходить, он там может, но он падает. И у нас один раз он так упал, и об кафель, об плитку разбил себе нос. Классно, скажи, оба, оба, зайчик. Я уже на видео сняла, снимаю, нажала, в смысле. Хотела вам показать вот такую штуку. Какая она классная, скажи, двухсторонняя. Стоит, конечно. Горит. Вот эта штука мне нравится.
Бизиборд очень понравился Захаркин, потому что он его знает. Здесь должны быть липучки. Пока мы их не надели. Вот это тоже штучка, ему нравится. Цепочка. Да, сыночек? С мамой пока перейдет на эту сторону. Так. Красота. Разные такие режимы. Пульт тоже горит. Мы уже кверх ногами поставили. Часы. Захарка идет. Вот такая штучка. Освещение у нас плохое, извините. Это сантиметр, но мне кажется, вот его не стоит дергать. Его потом засовывать тяжело. Замочек, это, мне кажется, тоже на постарше возраст. Такой. Почти как зажигание. Вот этот. Здесь громкость. Вот это тоже, мне кажется, будет интересно. Замочек. Это Захар. Такой. Супер, скажи, супер-скупер. Супер-супер. А вот эта штучка, вот вот здесь нажимаешь, и вот здесь играет, как будильник, ой, будильник, как звонок входной двери. Пульт. Была возможность повесить за место пульта телефон, трубку от телефона, но так как дети, мне кажется, сейчас не очень понимают, что такое телефон, так как у всех мобильные, то мы выбрали. Ку-ку. Это тебе еще предстоит научиться открывать. Не знаю, мне больше всего нравится. Не знаю, какая-то странная. Вот, а здесь должны быть вот эти штучки. Мы их еще не доставали. В наборе они шли. Значит, вот эти на вот таких. Тоже вот Мишка. Вот сюда. Это тоже сюда. А это, получается, магнитик. Магнитик вот сюда, машинка. Ну, Захарка их сразу он забрал, поэтому мы их уберем. Не очень красиво, очень красивый бизиборд. Да, сынок? Очень красивый, очень красивый. Это магнитик. Машинка на магнитике. Он может растерять. Так, а куда упала уже? Нет, ну вот уже нету. Я вам говорю, у нас игрушки уходят как этот, так, теряются. Как треугольник. Я, конечно, тоже чак-чак давно хочу, 100 лет не ела. С натуральным медом. Ну, ты его себе взял. Или забыл. Что это? Дым-дыныч бекон. Так, это на бульон. Это зелень, лук, петрушка. Господи, как я снимаю, честное слово. Дальше сырок, тизитер, хороший сыр, вкусный. Майонез, херня. Гранат, ура! Вот про гранат я вообще не вспоминала. Точно, я гранат так хочу. Поэтому надо было заказать у тебя 3-4 штуки бананы. Капуста. На суп. Яблочки зелененькие, витаминизированные. Так, к чаю с лесным орехом. Сникерс. Потом помидоры черри.
Дальше что у нас тут? Чеснок, сказала, одну купил. Три, как всегда, преувеличивает. И ананас. Вот такой. Он у нас наклейки. Все. Нашла наклейки и брюзды. Чила чайник. Захар спит. Он у меня лег. 15:30. Я вот убежала сразу. И пришла вот сейчас. Где-то ушла я вот 15:40. И вот сейчас я пришла в 16:15. Господи, говорю, что ты орешь? Не купила я тебе ничего. Побежала искать мужу сало в нашем районе. У нас такой маленький рынчик есть. Я хочу сало, я хочу сало. Он меня задолбал. Вот. Побежала за ним. Вот такой вот. До свет включить. Чуть-чуть мяса даже есть. Букет на 8 марта. Но он уже портится. Красивый. Это Фаберлик тоже мне подарили. Ну это ладно. Ананас с горем пополам съедаем. Ну вот то, что сейчас показывали, покупки. Он оказался, знаете, какой? Такой какой-то неспелый, что ли. В общем, мне весь рот развело. Муж купил себе чак-чак. По детству я помню, я его обожала, чак-чак. Но он с медом, а мед мне нельзя. В общем, тут вот в конце даже немножко мяско есть. Ну вот не знаю, чего ему не хватает, что он так захотел именно не грудинку копченую, ничего, а именно вот сало. Вчера же пришел, мне говорит, ну ты никуда не выходила. Я говорю, нет, не выходила. Блин, я думала, ты мне сало купишь. Нет. Помидоры купила. Такие вот. 160 рублей килограмм. Ну, у меня вышло на 125. То, зачем я еще бегала. Значит, я взяла вот такое брюхо семги. Боже, оно у меня вышло на 235, девочки. Представляете, 235 вот этот кусочек. Так, а в основном я сидела и захотела скумбрию. Захотела скумбрию и 3 штучки взяла. Хочу сварить картошку. Блин, надеюсь, мы не отваримся. Не отваримся. Не отравимся. Да, Брюсечка? Моя любимая коронная обращение к Захару и коту. Что-то снимать, говорить потом. Да, Брюсечка? Да, Захар? Да, Брюсечка? Да, Захар? Зашла и, короче, нашла у себя вот такую обувь. Я ее покупала даже на той осенью, смотрите. Не помню, показывала в покупках, нет, я в таких зимних носках. Я мерзлячка, поэтому не обращайте внимания. Вот такие-то потульки. Они скользкие. Поэтому я не могу сказать, что я... Еще где-то тут мне проткнуто. Вот в этом, по-моему. Проткнуто. И такой, знаете, как воздух. Пшик-пшик-пшик-пшик. Он раздражает, ужас. Это вот по ноге вот идет. Видно, нет? Такой, как идет. Ну, короче... И вот пшик-пшик-пшик-пшик. Так. Значит, скумбрию я нарезала. Сварила картошку. Мы уже 3 картошки с Захаром съели. Вот. Курком мой посыпаю. И она такая желтая становится. Зелень. Сделала салатик. И тоже уже, видите, поела. Мне вот нравится, когда так мелко нарезано. Да, сынок? Не удержалась, короче, решила, пока мужа нет, есть уже хочется. Чак-чак ем. Капец. Хоть бы не начать задыхаться, блин. Какое-то кино идет. Отойди, пожалуйста. Вот почему. Представляете, я беру в камеру, телефон в руки, постоянно подходит кот. Еще Захар. Значит, вот такие пятна, непонятно откуда появившиеся. У меня есть такие салфетки. От Фаберлик. Тряпочку приготовила, потому что я здесь сделала ребенку пока вот игрушки. Здесь я положу и чтобы, скажем так, все-таки не осталось,
Сейчас мы протестируем салфеточки. Вот они. Правда, они для вещей. Зось, не трогай, пожалуйста, сыночек. Ну, нам надо полку эту очистить. Очищает офигенно. Просто супер. Грязная. Ну, да, хорошие салфетки. Кстати, пены до хрена. То есть они пенятся. Хорошие салфетки. Может быть, можно было просто водой намочить тряпку. И почистить. Да, сынок? Я разговариваю с телефоном. Все, теперь вот я химию, так скажем, протру тряпочкой. Да, сынок. Да, мой сладкий мальчик, мамин одуванчик. Игрушки у тебя там играют, песни. Весь шкаф для Захаркиных игрушек. Вот здесь, видите, хоть бы не повредить, хоть бы не повредить, а. Стенка денег стоит, она новая. Мы же тоже были свидетелями, мы ее купили. Нам деньги, что подарили на свадьбу, мы ее приобрели. И не хотелось бы, чтобы она хайдохалась. Да, Захар? Понимаешь, как вот ты пока еще не понимаешь, как тяжело заработать денежки. Так, ты же это, кстати, и оторвал, дергал тут. Маленький был. Уже оторвал. Ну не трогай, не надо. Зачем тебе вот эта ерунда? Бумажки, тряпки эти. О, хорошо как. Все вот это. А вот это, короче, смотрите, я тяну, и она за собой вот тянет тоже. Это вообще пипец. Это жесть. Вот это вот может повредить нам всю жизнь. Что, сынок, мамкаешь? Мам. Бизинборд тут стоит, но про бизинборд мы потом расскажем. Блин, надо к папе обращаться. Все, помыла. Вот еще пятно какое-то тут. Не могу, тут чаем ходит, что ли, брызгает. Чешом. Ты моя красавица, скажи. Да сам деньги зарабатываешь? Понимаешь, да, что? Так. Просто же какие-то пятна. Может быть, там есть? Вот тоже пятна. Как будто Захар вроде еще с булками не ходит по квартире. Ну, иногда там со своими ходит, бывает. Но так не ходит все равно он. Вот. Поэтому откуда это взялось, я не знаю. Непонятно. Пыль заодно протереть. Ой, я такая ленивая, вообще так пыль редко протираю. Так нельзя, когда ребенок...